Ее вручали дворянам при посвящении в рыцари, представителям духовенства при получении сана, горожанам в знак различных привилегий, а также использовали для выяснения отношений. Что в черном ящике? Ну, на самом деле вопрос очень легкий, и ответ на него, знаете, такой как бы очевидный. Конечно. Да? Конечно. Что в ответе? Да? Организаторов, отметить высокий уровень и отличное настроение на сегодняшней игре. Спасибо всем большое. Ну что, дорогие друзья, я благодарю абсолютно всех игроков, всех, как и нашей команды, всех игроков.